Над акваторией Баренцева моря дежурные силы ПВО обнаружили неизвестную воздушную цель, которая направлялась в сторону российской государственной границы. В воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ, который идентифицировал объект как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу в районе мыса Святой Нос на востоке Кольского полуострова. Действиями экипажа МиГ-31 самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации.